За последние 10 лет сельское поселение Далаково сильно изменилось. Социальных объектов с каждым годом становится все больше. Так, в 2015 году здесь открыли новую школу. Тогда, чтобы поздравить жителей села с этим знаменательным событием, в Далаково приехал и глава Ингушетии Нузбек Евкуров. С вводом в эксплуатацию этого объекта в селе полностью решилась проблема с двухсменкой. На базе школы также создан детский сад, занятия в котором проводят педагоги начальных классов. Школа рассчитана на 540 мест. Разгрузка большая, потому что у нас была трехсменка в этом селе, две школы всего на одной улице. С открытием этой школы у нас уже одна сменка в школе. И дополнительное образование у нас наверху есть садик на 100 мест, который, это вспомогательные садики. А в 2011 году в селе построили еще и ФОК, за счет чего воспитанники спортивного комплекса активно выступают на различных соревнованиях и завоевывают призовые места. Ранее сельским спортсменам на тренировки приходилось ездить в соседнее село. Теперь все это позади. Ухчи и сменитха. Вольная борьба, ухчи, зюдо, кикбоксинг, бокс, волейбол, лоз, юштеркегинах. В общем, шталяция 368 учащихся бирж до усха ухож. Саники диклата, арахлита, мехлита, тулмуждеха, дух бирж. Для врачей местной амбулатории строят новое специализированное здание на месте старого и обветшалого. А пока идет стройка, врачи разместились в местном ФАПе, который, кстати, тоже построен совсем недавно. Здесь условия более комфортные. Мы устроились тут, работаем. Специалистов у нас хватает. Терапевты, педиатры, гинекологи разместились нормально. В 2019 году нам обещали построить новое здание с дневным стационаром. Когда мы переберемся в тот дневной стационар, в отделение, в большое здание, условия будут еще лучше. А на подходе здесь еще один социально значимый объект. В апреле этого года в селе начали строительство Дома культуры, которого, кстати, в селе никогда не было. Сейчас работа уже на стадии завершения. Открыть объект планируется в канун Нового года. Строительство идет по плану без сбоев и к назначенному сроку должно завершиться, заверяют строители. Замок детства. Так называется новый детский сад в селе, который открыли пару лет назад. Это дошкольное образовательное учреждение помогло разгрузить другие детские сады Далаково. Раньше не всем деткам хватало мест, теперь же с этим проблем нет. Наша ДАУ открылась с 1 декабря 2016 года. ДАУ функционирует 13 групп, это с 2 до 6 лет. Имеется спортивный зал, музыкальный зал. Также у нас есть узкие специалисты. Это физрук, музыковед, психолог и логопед. Наш коллектив, правда, молодой. Помимо социальных объектов, в селе за последние годы отремонтировали водоэлектросети и также дороги. Центральная улица расширена и уложен новый асфальт. Будет заложено до 2025 года у нас школа на 380 мест, и детский садик у нас также будет заложен. Также у нас будут отремонтированы дороги. В селе необходимо строительство газопроводных сетей 8 километров, водопровода 12 километров и электролиний 10 километров. И строительство дорог по 15 улицам в районах новостроек. Эти работы еще впереди. Темпы развития здесь сбавлять не собираются. Индира Манкиева, Джамалел Тамасханов. Новости 24.